На конкурс дети читают стихи. Ежова Маргарита, 9 лет. Город Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Черновская, почтальонка. Ей 15 лет, девчонка. Невысока и очень худа. Письмоносица, почтальонка. Прозванию легкая беда. Дождь и слякоть, метель со стужей. С сумкой кожаной наперевес. Разнести Нюрке почту нужно. По пяти деревенькам окрест. Дома двое младших братишек. Мать болеет почти 100 лет. Слава Богу, отец Рон-то пишет. Ждут и верят, что он придет. Он придет, и все будет как прежде. Как в далеком-далеком вчера. Лиши только, Боже, надежды. И опять на работу пора. Ребятишкам картошка в печке. Ей с утра сумкой наперевес. А что впроголодь, бегать легче. По пяти деревенькам обрез. В деревнях старики да дети. Бабу в поле ту сеют, ту жнут. Почтальонку вдали приметят и с сердечной тревогой ждут. Треугольник живой, удача! Поле серый казенный конверт. Замолчат, закричат, заплачут, и померкнет в глазах белый свет. Вести черные, похоронки, горя горького череда. Письмоносицы, почтальонки без вины дали имя беда. И 15 лет девчонка, только в косах полно седины. Письмоносица, почтальонка, разносящая вести с войны.